стильные и гламурные, знаем, что в мире моды особенно ценятся шик и роскошь, поэтому коллекции мировых дизайнеров отличаются яркой индивидуальностью. Сегодня я приглашена на показ коллекции одежды и аксессуаров известного итальянского дома мод Dolce & Gabbana. Моды Dolce & Gabbana начал свою деятельность в 1983 году и уже спустя несколько лет стал выпускать около 13 коллекций в год. Этот бренд – истинный законодатель моды. Ему принадлежат новаторские идеи и открытия. Могу сказать, что, наверное, и Dolce & Gabbana, они действительно такие вот ведут за собой людей. То есть не цепляются за что-то и это раскручивают, а действительно что-то придумывают новое. Они придумали много оригинальных фасонов, расцветок, работали с тканями, с фактурой тканей, подбирали одно к другому. Я не понимаю, в чем они могут быть новаторами. Джинсы, футболки были и раньше, да? Новатор, наверное, Коко Шанель, да, которая сделала однажды там брюки для женщины, да, создала. Поэтому вот это новатор. А Dolce & Gabbana, они шли все-таки по стопам всех там великих модельеров. Популярные женщины мира, такие как Мадонна, Кристина Агилера и Моника Беллуччи, являются поклонниками этого бренда. Я приобрела последний раз в Испании курточку и пиджачок Dolce & Gabbana. То есть, мне нравится, потому что там есть как и молодежная линия, так и взрослая для женщин. У меня есть совсем, буквально там можно по пальцам пересчитать, несколько вещей. Я не могу сказать, что я прям такая безумная поклонница Dolce & Gabbana. У меня есть сумка, у меня есть плащик, какие-то юбки, майки, такое вот есть. Есть кое-что в гардеробе, я не скажу, что я ношу это каждый день. К сожалению, сегодня не в Dolce & Gabbana, но, дабы не сливаться, наверное, с моделями. Есть в гардеробе джинсы, юбки, кроссовки, футболки. Пока, к сожалению, ничего нет. То, что я видел, как-то мне не подходило. Это мелкий рисунок, какие-то вот на такие вот значки копье Марса, зеркальце Венеры или знаки ДГ, Dolce & Gabbana. Вот как-то мне казалось, это немножко дешево. Дизайнер приготовил для девушек яркие платья и пестрые сарафаны.
только в одежде Dolce & Gabbana всегда сексуально и элегантно. Обувь не просто важный аксессуар, а настоящее искушение для любой девушки. В этом сезоне босоножки на платформе не теряют своей актуальности. Главное – это комфорт, а платформа – это всегда комфортно. На высокой платформе у меня достаточно много обуви. Вот эта обувь очень удобная. Она до сих пор в моде, очень, я считаю, популярна. И я вам скажу, что у меня 3 пары есть обуви на танкетке. Дуэт Dolce & Gabbana предлагает нам разнообразить черный цвет и добавить в свой гардероб яркие цветочные тона. Модники столицы смогли убедиться, что коллекция «Весна-лето 2011» от Dolce & Gabbana является высоким воплощением элегантности и чувственности. Мне ужасно понравилось. Мне настолько прям захотелось купить вообще все вещи. Как всегда изысканно, как всегда интересно, как всегда чуть-чуть бэби-долл, то, что мы любим. Много вычурных каких-то вещей, хотя есть и достойные. Коллекции новые нужно смотреть, когда идут фэшн-вики, тогда более понятно все, и большой runway, да, подиум, где можно все рассмотреть, все заметить и не отвлекаться. А здесь больше такое, знаете, приятное времяпровождение. Сегодняшний вечер подошел к концу, а мы вам желаем оставаться модными и стильными. И не забывайте, мы показываем все лучшее, что есть в столице. До встречи через неделю!